Налет приглашается Карли Робертсон, представляющая Великобританию. Шотландские корни у этой спортсменки. Она на один год старше по сравнению с Марией Папастатириу, 1989 года рождения. Двукратный серебряный призер чемпионата своей страны. И кататься будет под саундтрек кинофильму «Список Шиндлера». Эффектную точку в короткой программе поставила Карли Робертсон. Довольно много поклонников фигурного катания с Туманного Альбиона прибыло в Финляндию, и все они сейчас переживают за представительницу своей страны. Ну, в общем, можно сказать, что прокат получился достаточно удачным, в отличие от гречанки. Получилось у нее практически все, что собиралась выполнить спортсменка, и сейчас она, безусловно, должна находиться повыше в таблице по сравнению с своей соперницей из теплой Греции. Держала равновесие при приземлении с акселя, и вот уже готовый взорваться аплодисментами тренер Саймон Брикс в результате решил повременить. Довольно чисто выполненный каскад. В общем, молодец спортсменка и эффектная точка, завершающей выступление Бильман. The scores, please, for Carly Robertson. The short program score, please. Iso-Britannian Carly Robertson on saanut lyhytohjelmasta 40,3.
Оценки много выше по сравнению с ее греческой соперницей. 40 и 36 для дебюта на чемпионате Европы. Очень достойные баллы. Естественно, она выходит в лидеры и похоже, что может даже попробовать попасть и в число 24 сильнейших.